Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Восстановите старый пергамент. Так, у нас новый месяц, соответственно, первый день. Забираем с тобой древесину. Так, тут у нас бесплатно пак. Так, монетки Одина. Дымодышащий, так, шепот смерти, громорог. Ну и, само собой, немножечко ресурсов. Монеточки. Кревет, штарборез, костолом. Ну и немножко наград. Так, это кто у нас такой? Уф, какой смачный, ребят, дракон. Так, отказываемся. Блин, а почему мне беззубик не отправлен был, интересно, на поиски? Так, 150 тусклого янтаря. Ну и забираем тут везде наши награды. Так, здесь этот у нас получает уровень, и надо будет ему прокачивать 112 максимальный на данный момент левел. Так, что ты мне тут подкинешь? Тусклый янтарь? Так точно. Выбор невелик, либо шестеренка, либо тусклый янтарь. И он все-таки дает мне шестеренку. Замечательно. Так, ладно, родной, давай-ка лети в приключения в Драконий край. Так, барсик. Руны, да? Конечно же. Фиг тебе он даст копье, лучше руны. Огромная яма, лети. Так, Кривоклык, расскажи остальным. И Грамгильда. Ну-ка. Руны. Колесо приключений, да? Опа. 12 рун. Слушай, ну неплохо. Тогда я тебя отправлю в Драконий край. Пускай летит. Так, кстати, у нас тут тоже, ребята. Ага. Ага. Почти 1000 железа нужно, прикинь. 1000 железа. Это очень, ребята, много. Так, в приключ... Подожди. 11 тысяч, да иди ты в баню. Ты за 11 тысяч, ага, конечно. Я отправляю беззубика за... По-моему, нам не хватает последнего копья. Да, именно копья нам не хватает. Пускай уже летит, в конце концов, блин, и находит это копье, я не знаю. О, соточка. Соточка, соточка. Нужно 630, да? Опа, у нас как раз есть. Лети, родной, лети. За железом. Железо нам очень здесь нужно. Просто необходимо. Просто, ребята, необходимо. Так, этот за рыбой. Этот тоже за рыбой. Но этих ребят, естественно, отправляем за древесиной. Так, боевого лорда тоже отправили. Допустим. Так, и где-то вот тут у меня. Этого за рыбой, этого за древесиной. А почему этот у меня пройдоха стоит и ничего не делает, а? Почему его не отправлял? Да. С вашего позволения на прокачку его. Скороходы, наверное, тоже. Пускай они занимаются, тренируются. Так, с этих отправили. Где у нас остальные? Вот они. Рогобой. Так, клыкокрив. Полетел. Так, скорожал ледоцыпа. Расширьте, говорит, академию. Все, не хватает у меня, да? Мест. Ну что, драконы, что у меня тут? Корма плюс тусклый янтарь, а ты? Листочек и тусклый янтарь. Допустим. Отказываемся и смотрим. Ну вот это вот я возьму. Мясо. Так, обмен. Обмен у нас произошел. И, наверное, мы
Две штуки. Две штуки еще заказать смогли. Так, открываем пак. Ареновский. Так, шепот смерти, крылатый ужас, костолом. И запускаем последнее на открытие. Так, ну и сезонный абонемент. Что я там получил? 345 тусклого янтаря. Начать сезон. Угу. Так, я успею получить первую награду в новом, так сказать, сезоне. Даже две награды. Опа, 40 железа. Спасибо. И 30 рун. Смотри-ка, поле подсолнухов. Такого у меня еще не было, ребят. Поле подсолнухов. Так, это у нас какие-то скляночки идут. А что у нас в сезонной награде? Брызговик? Погоди-ка. Трупожабка. Подожди, брызговик, да? А это случайно вот здесь? У меня не брызговик. Блин, я его отправил уже в академию, да? Вот это случайно не тот ли самый брызговик? Да ёб просто... Блин, проще, наверное, вот так вот посмотреть, да? Через ангар. Все... Так, необычный премиум. В плане, я не могу посмотреть премиум. По редкости. То есть, блин, ты мне не показываешь, какие у меня премиум драконы? Ты что, серьезно, что ли? Да. По-моему, это и есть, ребята, брызговик. Он у нас на тренировке. Так, ну что, давай посмотрим, какое у нас тут, ребята, событие. Хитрый против стремительных. Два дня еще, да? Длинные события. О, события на один зубок, ребят, поехали. Быстрее. Попробуем сегодня его прямо сейчас пройти. Ну, кто там у нас, я не вижу. Такс. Дышащий. Поехали. Они... Ага. Они у нас хитрые, да? А у нас вот эти вот... Точнее, это стремительные синие. А мы хитрые. Уничтожаем. Так, надо с этим разобраться. Поехали, укус. Раз, два. Ну давай, что-нибудь там делай. Стоит, пыхтит там. До свидания. Так, вторая волна. Ну я думаю, здесь пойдем. На изи причем. Кинулись. Укус. Так, Барсик, наверное, Барсик уничтожит его. А туда сделаем дебаф. Еще что вытворяет гаденыш. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам здесь достается. Древесина. Не очень много, но тем не менее. И загадочный пак. Так, у нас, кстати, потихоньку копятся монеты. А это у нас, если не ошибаюсь, пак плеваки. Кстати, там могут выпасть, по-моему, довольно солидное количество рун. Че, музыка исчезла куда-то, твою налево. Ну ладно, нам не привыкать без музыки, да? Поехали. Так, пробивающий. Блин, вот этот, конечно, кревет мощно, да, смотрится? Он как огненный, у него внутри прям аж жар горит. Так, влупили. Ща, вообще вся музыка исчезла. Сделаем так. Эйх, Барсик, прибивай. На второй волне нас поджидает... Так, это два злобных змеевика. Ну, это не злобные змеевики, но из разряда, да? Они одной масти. Давай-ка сюда. Причем они, опять же... А дай-ка я так сделаю лучше. Причем, опять же, это у нас идут шустрые.
Синие это шустрые, а фиолетовые это хитрые. У нас тут защита еще немножко помята, как ты видишь, да? На шторморезе. Давай тоже задебафим. Укус. Ну и Барсику выпадает честь его уничтожить. Как-то так. 150 миллионов древесины. Так, это мы закрываем. И пак плеваки. Ну-ка, дай-ка я выйду, мы там гляну просто. Я хочу, ребята, глянуть. Так, ну тут понятно, монета Удина. Шторморез, кревет, кривоклык. Допустим. Сокровище плеваки. Аметист. Опа. Куда мне его можно... Вот, подожди. Блин, он здесь не помещается. Вот. Слушай, аметиста у меня не было. У меня... Не-не-не-не-не, принять. У меня вот здесь вот этот вот, ледыха. А теперь еще и аметист. Блистоцветы. А там мы с тобой еще видели какое-то поле, да? Этих. Кстати, ледых у нас даже две. Ромашковое поле. Три даже ледыхи. Нифига у нас. Ледыхами тут все завалено. Ладно, продолжаем, друзья, события наши. Вот так вот. Поехали. Так, содержит элитных. Потом мини-босс и босс. То есть еще получается два поединка, не считая этого. Ну, поехали тогда. Шустрики. Ну что ты? Дай-ка я сделаю так. Плюс добивка. И крылатый ужас. С ним тоже нужно, ребят, побыстрее разобраться. Сделаем так. Шикарно. Последняя волна. Наверное, сородище шепота для начала бомбанем. Сколько тут? Две волны всего лишь. Всего лишь две волны. Плюс отхил. Блин. На нас повесили дебаф, поэтому маленькая такая слабенькая атака получилась. Так, они начинают кривоклыка мне, да, колбасить. Потихонечку. Крылатый ужас. Да, вот именно он бомбит туда. Именно он туда бомбит. Ну, свирепый против шустрых вообще ни о чем, друзья мои. Если посмотреть даже. Вот где свирепые, а вот где шустрые. То есть, ты понимаешь, да? У них классовое преимущество. Но это именно по отношению к кривоклыку. В остальном же мы, ребята, естественно, преобладаем. Да на тебе, ушастый ты. Сможем? Да сможем, наверное. Все. Очередное колесо, и выпадает нам древесина. И опять же мало ее выпало. В последнее время что-то они жадничают на награды. Так, содержит элитных. И у нас мини-бусик, кстати, впереди. Шторморез, Костолом, Крылатый ужас, Лаварык, Экзотический шепот смерти, Барс и Вепри. Ну вот мы и дошли до мини-босса. Кстати, мы получим с тобой 7000 рун, потому что у нас 6950 с копейками там, да? И 200 рун мы как раз заработаем. То есть 7000, нам нужно будет еще 2000 набить. Я все-таки не понял, как я тогда умудрился столько слить рун. Что мне так вот много надо было потом... Где-то я что-то лопухнулся. Ну ты помнишь, да? Нам же оставалось всего лишь набить 1000. В каком-то событии я начал просто-напросто что-то покупать, да? Делать откаты, и с какого-то перепуга у меня осталось очень мало рун. Уже давным-давно бы у нас открылся бы этот новый наездник. Давным-давно. Ну вот с рунами, да, конечно. Почти 3000 рун мы где-то сфылили. Так. Ну что ты там? Блин, ребята, мощно они кривляются. Сейчас кривоклыка ты видишь. Здоровье вообще ни к черту. Его постоянно дебафят и так далее. Видишь?
именно его. На нем именно отрываются. Так, здесь тоже. Вот сюда надо было массово так-то влуплять. Ты гляди-ка, сюда дебаф опять повесили. Да отвали ты, блин, от моего этого, а? Бомбит его и бомбит, бомбит и бомбит, бесконечно. Сейчас, наверное, уничтожат меня кривоклыка, к сожалению, ребят. Надо это признать. Да. И еще, кстати, не факт, что мы здесь сможем выиграть. Не, должны выиграть. Так, так, плюс массовая атака сейчас будет. Ну, так как на мне... А на мне дебаф был или нет? Потому что слишком слабенько как-то. Наверное, все-таки задебафили меня. Ты зашибись. Обоих задебафили. Обоих. Ладно, этого мы уничтожим. Понятное дело, у него тут здоровья не так уж много. И к тому же... Ха, уклонение сработало. Просто укусом. Ну что ты там дергаешься? Давай уже, ходи. Все, силенок нет, начинает просто атаковать укусами. Залечим раны. И последний удар. Опять же Барсику упадает часть. Давай добивай, все. Ну, тут уже немножко поболее рыбы. Уже приятнее, да, скажем так. Ну что, ребята, последний поединок у нас Босяцкий. Блин, может быть, надо было мне все-таки убрать отсюда кривоклыка и кого-то взять другого, а? Вот он здесь на самом деле вообще не в тему, он балласт. Вот против них он балласт идет. Ну и что ты? Так, тут две волны. Поехали. Экзотический шепот смерти тут выпендривается мне. Видишь, они начинают его атаковать. Экс. Нам надо будет потом захиляться, наверное, скорее всего. Блин, если успеем. Я успею. Опа, сразу одного в минус отправили. Так, давай-ка я, наверное, громорогом этим займусь пока потихонечку. Я не смогу сейчас ничего применить пока, к сожалению. Давай вот так, наверное, сделаем. А что он у нас делает? Какая у него массовая атака? Электричество что-то там, да, связано? Я не помню. Мне это не нравится. Так, залечились. Опять же, кривоклык, ребят, совсем недолеченный. И плюс задебафенный. Он начинает свои силы тратить на всех, кого не лень. За что и поплатился. Ага, кривет Дагур у нас здесь главный, да? Под ракошком. Окей. Главное, чтобы кривоклыка мне не бомбили. А они будут его бомбить. Ребята, это понятно почему. Я вам уже объяснял. У них классовое превосходство передо мной. Это как в черепашках. Они бьют именно того, кто слабее. Вот такой тут алгоритм. Уклонение шикарное. Так, ты что будешь делать? На Барске переключились вы. Ладно, это дело ваше. В принципе, я не возражаю. Давай, наверное, сюда. Опа. Раз, два. Две атаки сейчас будут. Но у них энергии мало, а суперударов от них ожидать пока не стоит. Дальше сходит Барсик. А Барсик пойдет вот сюда бомбить. И массовую. Ну что, этот охламон остался один. Я думаю, что если кривоклык успеет у нас набрать на слепоту, я буду именно слепоту вешать. Упс. Слепоту мы больше с собой не повесим. Ты видел, как он с удара просто вынес? Он сделал свой суперудар. Я надеюсь, против наших-то ребят этот фокус не прокатит? Не хотелось бы погибнуть. Да нет, здесь все равно мы выиграем по-любому. Тут остатки роскоши у него осталось по хпшкам. Ну вот и все. Так, и опять же у нас 200 миллионов рыбы выпало. Все, друзья мои, события у нас пройдено. Забираем с тобой 200 рун. Итого у нас... 7151 руна. Круто. Что я могу тебе сказать? Так, что еще можно... Ты что мне грустишь-то здесь? А, я понял. Повысить уровень драконов на 15. Лети, ты у меня уже по фулке прокачанный получаешься. А ты
Блин, тебе здесь железо нужно. Причем очень много. Эта музыка вообще куда-то исчезла. Окончательно, даже из игры. Даже вне поединка. А ты что мне стоишь? Так, ребята, у нас есть возможность закупить. Мне там говорил про какой-то пак. Янтарный змеевик, ничего себе. 120, ну это дофига, ребят. 290, вот этот что ли? Инферн, дымолет, экзотический нюхохват, мрачнозуб приливной. Не, ну это, ребят, несерьезно. Я, наверное, все-таки возьму. Так, подожди, что тут у нас? Ресурсы. Вот что мне надо взять. Такс, ага. Рыбы. И то же самое с древесиной. Пак на рыбу и пак на древесину. Зачем я это делаю, соответственно, ребят, чтобы получить сейчас максимальное количество ресурсов и отправить моих некоторых драконов на поиски нам железа. Вот здесь вот у нас есть. Так, что он там? Да, вот его. Полетел. Тоже у нас еще, ребята, очень хорошо. Ты что стоишь, грустишь? Кто-то у нас же еще очень даже неплохо собирает ресурсы. А почему ты у нас не не прокачанный, понял. У нас основные добытчики-то кто? Так, тихо, а ты сколько у меня? 87. Слушай-ка, ну-ка, вернись. Да, слушай, ну почти сутку, ребята, за 30, за 350 древесины. Это, я считаю, вообще топово. То есть 350 древесины за 100 железа. Ну, не 100, там 85. Но это все равно, ребята, круто. Так, здесь-то у нас что? Выбираем рыбу. Древесина. Жека, мы можем, наверное, еще кого-нибудь отправить. Если древесины довольно много, да? То у нас еще за древесину там готов отпахать. Ты не помнишь? Так, этого отправим, наверное, за рыбой. Я вот не помню, если честно, кто у нас еще готов железо искать за... Именно за древесину. 85 уровень. Вот у нас еще яркий ужас. Мне кажется, стоит его прокачать. И он у нас тоже будет добывать железо. Ну, смысл. Хотя, да, давай, наверное, отправим его. Фиг с ним, пускай летит. Пускай летит. Так, и давай-ка мы, наверное, с тобой забьем два пака. Два пака нам нужно для того, чтобы были, чтобы нам что-то выставлять. Ёк-макрёк, три стража, вы серьезно, блин? Прикинь, три стража. Ну, это радость только лишь для моего кривоклыка, потому что он по стражам спец, а вот остальные, к сожалению... Так, дебафить будем, да, наверное? Естественно, ребят, я буду выносить его в первую очередь, потому что, ну, сам понимаешь, лютая заморозка, все дела. Успеем ли мы только тратить энергию? Ну, есть. Прикинь, кривоклык просто со психу взял его и уничтожил. Так сказать, на один зубок его. Так, ну это сейчас фаербол запустит. Он не упустит своего момента сделать мне. Серьезно? Я думал, он сейчас визданет нам, ага. А он почему-то не стал этого делать. Ну и флаг тебе в руки, парень, что я могу сказать? С лаврыгом я разберусь, отдельный будет разговор. Ать, ать, нет. Все, получил, сарделечка. Давай сюда. Раз, два.
Так, ну, лаворык что он может сделать? Броню, подхил. Опять же, он этого ничего не стал делать. Странный малый. Тогда получай, и до свидания. Так, очередной поединок у нас. И вот такие вот бойцы. Кстати, ребята, я посмотрел в Google Play «Легенды Дракономании», как вы меня попросили. Нет такой игры в Google Play. Серьезно говорю, нету, я ее не нашел. Поэтому напишите мне именно в комментариях, ребята, как правильно пишется игра. Ну, там на английском или как он там. Просто уж очень мне интересно посмотреть, что за легенды Дракономании, которые там... Причем их две части. Как бы в списке они есть, когда набираешь, но их почему-то нету в самом Google Play. Может быть, это, знаешь, как и с ХКР-кой. Она же есть, Hill Climb Racing, да? Но если ты, например, ее когда-то скачивал, то она у тебя остается в отложенных. То есть ты в любой момент можешь ее скачать. Да? Как вот, например, у меня в этом, в Google Play нету этой игры. Epic Bird. Ну, как она называется? Ну, короче, про этих... Про птичек, да? Epic Burn, по-моему, как это называется-то. Ее нету, но она у меня есть отложена, поэтому я могу спокойненько скачать в любой момент. Правда, сейвов у меня нету. И то же самое, наверное, касается и легенды Дракономании. Блин, сейчас вспомнил, как называется. Angry Birds Epic. Ну, ты понял, да? Про злобных птичек. Вот. Причем я ее смотрел и на Google Play, и на iOS Player. Ну, в ихнем магазине Apple-ском. Там ее тоже нету. Так что я вот даже не знаю, ребят. Слушай, мне кажется, сейчас мне тут расчекрыжат. Что-то я заговорился и... Нафиг я начал стража этого бомбить? Ну, ты, Рэй, тоже молодец. Сдался тебе этот, вот же у нас есть тут. Ну, все, короче, это фейл. Блин, задумался тут с этими... Твою налево, сейчас. Раз, два. Блин, он так бьет, эта сарделька. Так, я ее уничтожаю. Сейчас что-то прилетит, да, неприятное? Что-то прилетит. Да неужели мы здесь фейлим? Да, по ходу дела, сейчас фейлимся. И все-таки повезет нам. Даже не знаю. Так, укус. Сделаем так. Плюс, опять же, отхиливаемся. Нет, тут победа будет за нами. К счастью для нас. Вот и все. Ну что, друзья, выпало нам вот такое количество паков. Две штуки. Обычный и редкий. Плюс пак вождя. Громобой, ловорык, водорез, молодой прыгун. И тройной удар чемпион. Да, давненько его не выпадало. И, в принципе, все. На сегодня я, наверное, буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.